Для меня большая радость представить сегодня второго лектора нашего курса, Герасимова Кукрича, который расскажет нам про минимальное однообразие и всяческие вещи, связанные с их спектром. Да, спасибо. Очень хорошо. Спасибо большое. У меня будет две лекции, то есть так получилось, что у меня будет две лекции на этой неделе. То есть я думал, на первой лекции я просто, то есть это будет лекция, допустим, по форме лекции, то есть я думал, я просто постараюсь зафиксировать некоторые обозначения и напомнить основные факты, минимальных подобразиях. И постараюсь рассказать некоторые философские, так сказать, линки или связи между минимальными подобразиями и собственными значениями. То есть еще одна вещь, которую я хотел упомянуть, прежде чем я начну, то есть я давно не преподавал на русском, так что если... Ну, поможем. Да, так что, пожалуйста, включайтесь, если мне будет иногда сложно найти некоторые слова или терминологию, то, пожалуйста, помогайте. То есть, я думаю, я начну с простых вещей, то есть с некоторых обозначений из Риммановой геометрии. То есть, насколько я понимаю, был курс по Риммановой геометрии, да, который преподавал Лёша. Я уже где только не читал его, поэтому... Да, он был в предыдущем семестре или в этом семестре? Ну, такой был дальше. В этом году он был в МГУ, в прошлом году он был в вышке, перед этим он был независимым. И все люди сейчас, и все люди, то есть... Нет, все люди, этот курс... Ну, очень много. Хорошо. То есть мы все знаем, что такое секционная кривизна, что такое... пространство постоянно секционной кривизны, теорему Киллинга уже надо говорить, а что такое секционная кривизна, это мы обсуждали буквально вчера. Ну то есть это будет очень, ну давай, то есть мне это будет, это как такое разветвление или продолжение для некоторых обсуждений. Ну давайте я начну просто с таких простых вещей, там обозначения, утверждения, и потом мы на этом попытаемся развить это в нужном направлении. Ну, да, ситуация, когда даже термины в разных книгах определяются с разным знаком. Хотелось бы фиксировать. Отлично. Вот давайте мы с этого и начнем. То есть мы будем на римовом многообразии МЖ, да? И мы определяем тензор кривизны, но мы определяем тензор кривизны, то есть так, что это просто кривинейное отображение. Нам так хорошо. Спасибо большое. То есть это трилинейное отображение из пространства фолии, то есть тема, это, конечно, это расстояние, как всегда, и ее тема, это просто пространство гладких сечений этого расстояния и векторы. Фолии, и как Леша сказал, существуют различные соглашение о знаке, когда мы определяем, когда мы определяем центр кривизны, ну, я в моих статусах у меня знак, мне знак выбрал таким вот образом. Это ровно наоборот от моего любимого соглашения. Знак это не остановится. Хорошо. Ну, я использовал различные знаки в своих текстах, но почему-то в этих у меня такой. Хорошо. Это тензор кривизны, и с таким обозначением, когда секционная кривизна,
давайте заняться там секционной перегрузкой в точке P, где сигма это двумерная плоскость, в которой будет пространстве. И все это просто будет expand. У нас называется игрек. Ну, хорошо. Я ее просто на машину, которая просто хочет фазовой рамы натянутого на сигма, типа спан. Площадь в квадрате. Да, ваш квадрат, спасибо. Спан. Ну и как известно, это стандартные факты, которые мы обсуждали в курсе Риммановой геометрии. Значит, эта величина, она действительно не зависит от выбора x и y, которые натягивают сигма. Это стандартные статистические они зависят. Тут еще можно упомянуть, что в случае полностью цифр в мирном пространстве это просто хаосово телезна. Эта величина, она тоже, то есть эта величина, она определяет цензор кривизны, то есть знание всех таких величин, скажем так, по точке P определяет цензор кривизны в некотором смысле. Знание всех таких величин сигма. Сейчас, что еще у нас были за факты? Вы сегодня еще об этом рассказывали? Да, мы просто пользовались тем, как там при ограничениях на сексуальную кривизну ведет себя в спряженной точке, поэтому как бы, мы там особо в эту науку не углублялись. Хорошо, ясно. Так что, сейчас, все, да, я понял. Хорошо. То есть можно считать, что написано это все, что мы знаем, а дальше надо рассказывать про дело. Давайте. Мы хотим рассматривать пространство плотняно секционных величин. То есть это пространство, которое подключено на константе. То есть не зависит ни от точки, ни от двумерной плоскости. Да. То есть есть Лемашура, есть такая известная Лемашура, которая утверждает, что если вы зафиксируете точку P, и эта величина не зависит от сигма, да, то она, по крайней мере, в случае, если M связана, то она и не зависит от P. Сейчас я вот даже предложить, ну так, человек. Сейчас, ну давайте вот так, давайте определение. Сейчас я сейчас буду использовать F. Для определения называется поставить установить визу. Остановить визу.
совпадает со значением глины. Хафа, если... Если... Потом, то есть, есть следующий факт, который, конечно, нам понадобится, это примеры. Примеры, ну, нет, ну мы знаем, на самом деле, примеры, то есть, мы знаем Евклидова, Евклидова, пространство, это пространство, постоянно секционное эквивалентно, мы знаем сферу, да, то есть, это будет некоторое вычисление, чтобы показать, что мы постоянно активисты, но это обычно одно доказывает, да? Усиливание усиливания. И будет гиперболическое пространство. Я думаю, что большинство здесь присутствует, то есть какая-то формула для центра линии, в таком случае сфера известна. А, ну отлично. Сейчас, я думаю, чтобы стереть, то все вот это.
немножечко вспомню еще раз. То есть я очень быстро напомню эти примеры. То есть мы сегодня все претендуры установили. Я сказал единичная сфера, если мы берем единичную сферу, то, конечно, это будет пространство кривизны 1. Пространство кривизны. В координатах на арене сильно-физического проправится. То есть, давайте не лучше так. Сколько? GQ, да. Один из способов доказать, что на нем постоянно кривизну, это можно просто посчитать, использовать эту формулу. Оттенок кривизны в нуле, это будет по симметрии, это будет посчитать. Это достаточно, чтобы доказать, что на нем кривизну не везде. Обсуждалось везде, и в курсе дифференциальной геометрии. Но опять же, я напишу быстро одну форму. Сейчас существует несколько моделей физического пространства. Одна из самых любимых моделей для меня – это просто эта сфера пространства Минковского. Рассмотрим пространство Минковского. Где сфотоны я обозначаю. Я обозначаю следующий раз, когда мы произведем. Thank you.
И если мы умножаем эльфику на произвольное число, например, положительное число, то мы из этих примеров мы конечно, можем получить пространственные величины для любого значения хапа из существенности. Синтапом будет... Синтапом будет... Это будет сфера с, ну, как говорят, с риски Римонова геометрия, вот там близкий был, да? Ну так, я думал, может, подобный тот. Мне кажется, да, заходит быть Римонова геометрия там. Ну, не надо себе дать шанс. Вы очень просто, я вспомнил, что... Давай, надо говорить Игорь. Зачем будет и теорема Киллинга-Хоффа, она говорит, что на самом деле, если вы посмотрите на все, что любое полное Риммановое многообразие постоянно численных кризисов, это один из примеров и других. Утверждений о свойствах таких объектов.
Конечно, многие из вас, которые посещали курсы или спецкурсы, Алексей, вы наверное, знаете, отделение, я это писал для тендеров линии.
такую формулу, как связано с энзимом на ВМ. И ВМ приводит в интересную. И опять это не полегче. Отлично. Хорошо, на самом деле утверждение, которое я хочу, наверное, прежде чем, сейчас еще два места, прежде чем я сформулирую утверждение, я еще пару фактов сформулирую. То есть, очень простые факты, сейчас на самом деле, это фактор. То есть, я теперь хочу рассматривать, то есть, изменилось наше предположение, то есть я здесь рассматриваю, что многообразие RM плюс 1, где в принципе RM, RM плюс 1, оно собственно любой квадратичный. Ну, не выбирательный, скажем так, какой-нибудь невыраженный квадратичный вход. То есть это может быть либо эвклидовый матрик, либо... Сигнатура не важна. Да, сигнатура не важна. Да. Давайте я хочу рассмотреть эту функцию. На RM плюс 1. И я хочу смотреть, и я обозначу F через F ограничение G на наше функция добра. Здесь G это произвольная функция. Да, нет, она гладкая. Вектор на поле. То есть это будет градусы, это просто сумма касательности нормальных. Это одна формула, вторая формула. Для десятого тоже не слово закажу. Произведение градиента G, фундаментальная форма на F. Что-то я как-то не записываю. Ну ладно. Хорошо. Нет, ну и 50, то есть мы все знаем, что это такое, конечно. Лучше бы напомнить, что здесь он все-таки определяется через связанность в этом самом контексте. Вот, в контексте линейной геометрии. То есть это что у нас? Это производная, это производная дифференциала. То есть df или df это форма, да, которую мы умеем дифференцировать, конечно, с помощью связи. То есть результат будет тендер типа 0,2, да? Не знаю, это ничего добавить. Это форма симметричность. Совершенно верно. Это у нас тендер 0,1, а результат это тендер 0,2.
указано 2. То есть это можно записать, потому что другим способом посчитать. Мы хотим их посчитать, значение писали на векторах x и y, то мы это можем делать разными способами. То есть один из способов мы можем дифференцировать эту, если мы работаем с EFX-формой, а если мы хотим работать с градиентом, то это мы можем вот так вот написать. Производная градиента. Разные формулы зависят. Это определение, но это просто разные формулы. Гессиан, конечно, это функция. Ну, а здесь у нас мне непонятно, почему Гессиан G, он оказался вот так. Да, знак он перекинется вот из этого члена. То есть, если мы будем дифференцировать вот это, вот это вот нормально. И то есть, на самом деле, то есть, что мы делаем, я могу это объяснить потом. То есть мы дифференцируем это в поле, да? То есть в какой-то момент мы будем дифференцировать это нормально. И потом мы захотим переписать это производную нормальный вот таким вот образом. И вот тут вот так изменится. Хорошо? Да. То есть я в принципе могу показать записи дефицированные. То есть это да. Это любит. Такая вот формула хорошая. Давайте посмотрим, как мы можем ее использовать. Вот я ее использую в двух случаях. Прежде чем я сформулирую утверждение, хочу записать ее в следующих случаях. Давайте обозначим звездочкой. Сначала я возьму как утверждение, половинку x квадрата. Квадрат, в смысле, как наш вот деликатный форма? Да. В смысле, да. Тогда дифференция нет, потому что это что больше и эта формула, она должна быть Давайте я напишу формулу, потом откроем, потом еще я все объясню. Я хочу написать формулу для властяна. Это должно получиться произведение вектора x и средней тревожной точки. Это верно, да?
Сейчас. Значит, в некотором случае это очевидно, это очевидно, что получается. Нет, вот наша поверхность, это что? Вот седьмая, ну это что? Любая поверхность. Любая сигнатура здесь, чтобы это было любая сигнатура здесь, тогда что-то получится со знаками, да? Да. Со знаком, но я думаю, эта формула, она все равно должна получиться, потому что в данном случае это должно. Я думаю, это там аккуратненько, то есть я надо решить. Это ДЖ будет. ДЖ будет эпсилон I. То есть I, где I это компонент, это объект, да? Эпсилон I, либо плюс B минус H. Формула для образия сигма номинимальная,
Тогда или только кто-то, когда экстраизмение, экстраизмение просто хармонические функции. Ну и последствия, мы конечно видим, что минимальный вот многообразие лифтидом пространстве, они не компактны, конечно, да? Это просто следствие принципа максимума. Ну и во-вторых, у нас есть, то есть эта формула, она уже дает большой класс примеров. Большой класс примеров. То есть она то есть, например, если вы возьмете не орем, если возьмете в качестве орем плюс один, ну скажем так, комплексные процессы по предыдущей размерности, то все комплексные многообразия, они минимальные. Да? Что-то по этому что? Что-то в средней строчке HX. Здесь? Ну, здесь называют H большой. Да, то есть это средняя в точке. Это нормальный средний кривизны, который рассматривается как вектор в обеющем пространстве. Средняя кривизна – это как сумма, то есть это следствие того, что это там деленный нами, в частности, мы получаем кучу примеров, что просто комплексное многообразие, потому что все координаты, все вещественные координаты, это либо вещественные, либо мнимые части комплексных координат, которые хромотные функции, да, вещественные и мнимые части хромотных функций не всегда. Хромотические даже. Давайте теперь. То есть это случай Евклидова пространства. Если пространство не отсиживает, то у нас есть следующая серия. Если мы смотрим на подмогообразие, а вот на середине... Там снова пошел английский, русский циркон. То есть, если мы смотрим на подмогообразие в РМ плюс 1, как мы говорим по-русски, погруженная. Предположим, что существует лямбда, не равная нулю, такое, что Продолжение
Кроме нашей курса, я буду смотреть в следующем уроке. До всех. И. Все это торца. То есть утверждение заключается в том, что тогда, во-первых, седьмая, ну, а она лежит в сфере. Ну и под сферой, как мы понимаем, сферу, так сказать, сферу, то есть тут я опять буду сказать, что время оно есть. Спасибо.
утверждение, конечно. Сейчас. Ну да, как Леша сказал, самый интересный случай, это конечно, просто в пространстве ограничения это сфера, то есть мы получаем результат чартов лучше, да? То есть минимальные фуд многообразие в сфере, это просто вложение собственной функции в этом случае, да? Погружение собственной функции. Да, это погружение собственной функции. И в случае катаболического пространства у нас результат. То есть мы получаем уравнение, где здесь знак просто меняется. Знак просто другой. То есть, опять же, как следствие принципа максимума, в гиперболическом пространстве все минимальные многообразия не компактны. Сейчас я просто не знаю, его условия геометрии, а вот если метрика на сигма не является положительной определенной, а является более то оператор Лапласа будет эллиптическим? Нет. И в этом причина бедности. Ну давайте посмотрим, мы, конечно, все знаем, что такое Лаплассиан, да? То есть именно потому, что у него символ тоже будет там да, скалярный да, квадрат да, си, а да, скалярный да, квадрат, он значит там. Давайте, то есть мы посчитаем, что Лаплассиан, если то также существует куча формул для Лаплассиана, да? То есть я через это обозначал функцию, но теперь я через это обозначу метрику, да? Блин-то какой. G это метрика на сигма. И GIJ с индексами наверху, это, конечно, опасно. Это же куча способов записать по всем, да? То есть мы все и знаем. Один из них это просто след Гессиана. То есть что будет GIJ, конечно, я подразумеваю суммирование по попадающимся индексам, да, IJ, здесь K. Это одна из форм, там, другая, там, по что-то вот в этом роде, да. GIJ. Вот формула, она, конечно, если детерминант отрицательный, то, конечно, эта формула не отрицательная. Не прямо, что она означает. Но вот это вот она универсальная. Наверное, я не буду доказывать. Ну, в смысле, что доказательство оно. А так вот, у нас такое же, как у ТКХ. Да, я думаю, да. Доказательство оно также переносится. Ну, как бы идея, почему я об этом хочу говорить, это свойство этих объектов, минимальных многообразий, потому что уравнение, как бы, длинное, то, что становится, оно не одно и то же, конечно, меняется знак. И в единственном случае здесь будет норм, да? Если в этом случае вот это то должен быть но. То есть такая аналогия, она помогает просто, она подсказывает многие факты здесь минимальных входных образов. Например, стандартный факт, который мы знаем, который следует из этого уравнения, что так если мы рассматриваем минимальные входных образов в сфере, это то, что минимальные квадраты, они не могут лежать в полусфере, да? То есть, если вы возьмете любую гиперплоскость и рассечете сферу этой гиперплоскости, то вы обязательно пересечете минимально
вход многообразия. Да? Да, нет? Потому что, то есть для сферы эти excise, они собственные функции. То есть они собственные функции. И уравнение плоскости это линейная комбинация этих excise. Это тоже собственная функция. И если собственные функции, они меняют знак всегда. Правильно? Они не могут менять. То есть они меняют знак всегда. Понятно? То есть мы всегда должны, в любом случае пересечете минимальное подлагообразие. И есть аналогичный результат, конечно, для подлагообразия. Аналогичный, но на самом деле очень нетривиальный. Для подлагообразия в ликвидном пространстве. То есть вы по аналогии можете смотреть на пору пространства и в размерности 3, то есть если вы смотрите на минимальные умерные поверхности в пространстве, существует достаточно нетривиальное утверждение, называется теорема Хоффмана-Микса о, то есть по-английски это hub space theory. То есть утверждение заключается в том, что не существует минимальных многообразие в полупространстве. И как бы нетривиальный интересный факт заключается в том, что это утверждение, оно специфически, очень специфично для двумерных многообразий в трехмерном пространстве. Если вы видите более высокие размерности, то вещи становятся более сложными. Не совсем верное утверждение. Аналогичные утверждения существуют для гиперболического тоже пространства, но опять же, там вещи немного посложнее, то есть не так все просто. Но, конечно, основная связь, для нас будет это случай сферы, где эти координатные функции, они собственные функции. Давайте посмотрим, что еще я хотел сказать. То есть разные вещи, которые можно обсудить здесь. Но когда люди занимаются, например, оценками, то есть вот, например, если вы рассмотрите сечение минимальной поверхности в сфере гиперплоскостью, то минимальная она рассечется на число различных на дальних множеств, и есть оценки для числа этих множеств, которые в некотором смысле они напоминают теорему Хунда, но это немного сложнее, потому что то, что вы не знаете индекс, собственного значения n, да. То есть априори вы не можете взять применить эти термины куда-то, потому что индекс, собственно, значение он неизвестен. Индекс нулевого собственного числа, в смысле? Да. Давайте посмотрим. То есть в этом случае у нас здесь будет, если это единичная сфера, да? То у нас здесь должно быть n. То есть вот это собственно число, но индекс. Номер, собственно, число. Я уже готов даже перенести x i. Я прочитал в молодости лекцию на французском, я говорил на французском, и он называл функциональную конструкцию L2 по-русски. Mm-hmm.
Это бывает. Забавно, я прошу прощения. То есть, хорошо, то есть, номер, да, номер. То есть, это, собственно, значение с некоторым номером K, да? И знать, и, конечно, большая задача, то знать, что это за номер. Это большая задача. Знать, что это за номер, и как свойствами моего закобразия не определять это. Это большая задача. Ну, можно оценивать число, конечно. То есть, по форум мы знаем, что мы не можем понять курант, потому что мы не знаем этот индекс. Но эти линии имеют смысл ставить задачу о числе компонент пересечения, то есть, например, какой-нибудь гиперплоскость. Я хотел бы знать, через L, давайте там минус 1. Это плоскость. И нас интересует число компонентов. Известно, что это оценивается линейно через объем. Есть какой-то коэффициент, тоже есть вот N. Не может быть, тут еще одна константа. Я думаю, это немного сложнее, когда мы чувствуем, что может еще зависеть от N. Какой тип оценки существует? Это гиперплоскость, потому что имеется в виду просто плоскость объема пространства, которая рассекает сферу и тем более она рассекает нашу поверхность или произвольную гиперповерхность. Вопрос, она проходит через ноль? Куча вопросов, которые можно ставить у геометрии. А вот эта оценка, она берется откуда? Это как просто или это какой-то сложный факт? Это не просто. Ну так, это не особо сложно. А чей это результат? Это результат линейного. Сейчас я вам показать потом. На самом деле, в последние 20 минут я расскажу, я напомню, вы знаете, потому что мы посещались без комиссии, наверное, много за эти экстремальные задачи. То есть я напомню эту лему на Дирешпиле и Сообщу. Это тянет на большую теорему. Хорошо. На Дирашвили и Суфи и Яса. Хорошо. У них есть целая серия статей по этому поводу. Обычно я упоминаю статьи 2003 года. Я уже не помню почему. Я просто напомню одну из версий и скажу пару слов об этой теории и ее выборе. Утверждение мы все это знаем, мы используем на двумерное, то есть я буду использовать в обычном взглядном случае.
есть мы смотрим на, например, на геномеру поверхность, ну, пусть она даже замкнутая, да? Метрика максимальная или что? Да, да. То есть метрика максимизирует только там дальше. Да, ну так и говорим, что пусть не метрика G, синхронного класса G0, а не G0 там какой-то там. G0, да, это скажу так. Лямбда-K максимизирующая метрика. Лямбда-K максимизирующая. Ну, значит, она максимизирует на конформном классе. Да, это было. Тогда мы знаем, конечно, тогда. Собственные функции, да? Тогда существуют собственные функции. Собственные такие, что... Что сумма квадрат. И на геометрическом языке это означает эквивалентная формулировка. То, что отображение которое состоит из функций, оптимальный семестер, а мы называем это нормальным. Там надо сказать, что это собственные функции с одним и тем же собственным числом. Да, это собственные функции для... С собственным числом, мы можем сами... Лямбда Q чистый. Да? Да? Это отображение этой гармонической составки. А по гармоническому отображению у вас нет смысла? Как раз читаем. Нужно, чтобы определить конформный класс. То есть G, G это важно. Который... Не, ну то есть эти метрики, вот G, она не приходит со сферы как обратный образ, а просто уже у нас есть. Ну, гармоническое отображение, оно как бы не должно являться имерсией, только оно более сложное. То есть пока отображение. Вот это вопрос интересный. Просто как бы для имерсии гармоничности и минимальности то же самое. А здесь что? Здесь это не обязательно. Здесь это не обязательно погружение. Для имерсии этого вообще нет, это неверно. То есть
гармоническое отображение является минимальным. Если это изометрическое положение. То есть для изометрических погружений гармоничность и минимальность то же самое. Они не обязательно изометрические. Да, это просто отображение. Это просто отображение. За минимальным будет. Да, и в этом случае это может быть гармоническим отображением, но в этом случае легко даже на все равно. Уравнение гармонического отображения сверху. В этом случае это даже это уровень гармонического. А про это что-нибудь известно? Что? Ну вот там и от одного до их сколько-то сам. Есть центр сверху, да. То есть обнаружится сколько-то собственных функций. Это, конечно, интересный вопрос. Тогда есть центр сверху. Давайте сразу еще, если кроме того, G максимизирует иногда один орган или максимизирует лямбдаки среди всех метрик. Объема один. То это будет минимальная инерция, да? То это отображение будет минимальная инерция. Скажем так, опять существует собственные функции, device, собственные функции для MDG. Мы рассматривали только для максимизации среди всех, мы с конфорными классами не войдем. Я в своих лекциях рассматриваю только максимизацию среди всех метрик вообще. Это связано с минимальными. Во вторую часть здесь все присутствующие более не слышали, но это 33 раза, где там было опасно. То есть опять будет сумма квадратов 1 или будет факт, что это изометрическое вложение. Или эквивалентные формулировки. Занятно, потому что вот это отображение увидишь. Давайте на это еще в единичную сферу. Или нормализируем. То есть объем изменится, но смысл в том, что вот это тогда будет изометрическим вложением, и так что на гармоническом минимальный потрог. То есть это большая теорема, но это очень большое значение для экстремальной задачи. Много на ней построено. Она хорошая тема, но она не совсем хорошая в том смысле, что G это гладкая метрика. А то, что мы умеем делать, то есть обычно все гипотезы и теоремы существования, которые мы знаем, они дают метрики с коническими сиркулярностями. А эта теорема, она не включает в себя в случае метрик с коническими сиркулярностями. Эта теорема,
Вот эти телематорные отношения мы не включаем. Да. Существует содержание этого состояния. Верен ли этот факт, тем не менее, или формулировку надо менять? Да, то есть он верен, да, он верен. То есть это вот... То есть ты просто хочешь сказать, что, там у них, что у них не рассматриваются методы с конечными особенностями. Но на самом деле это утверждение верно, если рассматривать методы с конечными особенностями, но это просто атрибут другого метода доказательства. Да, да. И это вот то, что ты там в своё время да. сделал. Да. Короче, поставлю свою линию. То есть упрощение, оно вот такое. Ну, то есть твоё имя, это какой-то джики? Да, и ну, это мой инициал. Так что, ну, давай по-русски. То есть, да, ну, скажем, в умеренном случае, да, ну, опять же, то есть, да, для простоты, да. А, ну, тогда год тоже хочется. А? Ну, год тоже хочется. Что хочется? Ну, Дерешки, 96-й, 2000, и Софи, 2003-й, а для Аси Кока и Фонтон. А, ну, да, да, ну, то есть, ну, давайте скажем. Ну, то есть, одна теорема, она вот в этой статье в Advances, а как бы другая тема, она фольклорная, я сейчас пишу обзор, там не включил. То есть, на самом деле, то есть, утверждение заключается в том, что теперь гипотеза аналогичная, то есть теперь мы рассматриваем максимизирующую метрику с конечными сингулярностями. Все конечные сингулярности, они не изолированы. Да? Там в том случае, если появится обзор, это будет бесконечное число секулярностей. На поверхности. Утверждение заключается в том, что да, тогда, опять, если у вас есть эта максимизирующая метрика, то то же самое имеет смысл. То есть утверждение, оно то же самое. То есть вот это отображение, оно гармоническое. И кроме того, если эта метрика максимизирует среди всех метрик на поверхности, то это отображение на самом деле минимальное погружение. И это не просто потому, что... В случае конической особенности, вот если вот мы пишем вот эту формулу, там сумма деруты на деруты, да, вот у нас в конической, вот в точке, где точка выделения у этого, у нас справа будет торчать, то есть слева будет торчать ноль, да. А справа нужно нуля нет. Тоже ноль. А, потому что же она в конечной особенности. То есть у нас конические особенности, они отличаются точностью точкам выделения отображения. Да, это часть утверждения. То есть следствие оно заключается в том, что, во-первых, технические особенности не особенности. То есть в том смысле, что метрика у них она гладкая. Это просто это просто вырождение этой метрики, все углы. Ну, да, то да, есть да. Все углы они кратные двум пи. То есть это следствие этого утверждения. Все углы метрики хроническими сингулярностями, которые максимизируют собственное значение, они каждый будут другие. И я у меня еще осталось 3 минуты, я хочу просто закончить одной формулой. И так как мы знаем, то, что эти сингулярности, они появляются, и мы ожидаем то, что все метрики, скажем так, они начинаются в случае, когда рот G, он выше 1, то интересно, конечно, оценить число этих сингулярностей и кратных. Но чего мы это ожидаем? Можете подумать, что мы много таких примеров знаем. Сейчас, все делят гипотезу, вот эта гипотеза, там, гипотеза многих людей, там, 5 авторов о поверхности Бойца, да, ну, все делят. То есть, она как бы... Но есть одна единственная известная такая максимальная метрика, но мы тут же делаем вывод, что...
Не, ну можно быть скептичным. Это даже астрономы себе не позволяют на основании одного примера. Так как вот есть понятие Серафима, то есть еще другая гипотеза, которая, ну, моя гипотеза, она заключается в том, что на самом деле, если у вас есть максимизирующая метрика в ПГ, в случае, если рот он выше одного, то эта метрика, она должна иметь положительную кривизну вне сингулярности. И это автоматно доказывает то, что любая такая метрика, она имеет. Это гипотеза. Сингулярности, которая считается скрапкой.
строчки, сколько там есть. Так, сумма делается. По клиническим особенностям. Да, по клиническим особенностям. По клиническим особенностям. По клиническим особенностям. По клиническим особенностям. В случае, если это 0, это просто 2, и это обычно. Это написано в каком году? Это не написано. Это появится в обзоре. Ну, это просто утверждение. Это просто утверждение, это просто следствие уравнения Гаусса. Так, ну, нам пора закончить. Да, хорошо.